Новогодний городок, как в европейских столицах ивановцев. Рождественские каникулы ждет подарок от властей. На площади Пушкина завершается монтаж праздничных шале. В 32 домиках будут продавать сладости, выпечку, сувениры, изделия художественного промысла и, конечно, елки. Посетить городок можно будет ежедневно с 23 декабря по 7 января. Работать домики будут вечером обязательно с 16 до 20.00 и по утрам, по желанию предпринимателей. Мы будем угощать наших гостей классическими испанскими десертами. Это чурос называется. Вот. Это на основе заварного теста. Все будет готовиться у нас прямо здесь. Будет еще подаваться к нему соус, вот, и горячие напитки. Это будет безалкогольный глинтвейн и напиток на основе вишни. Программа мероприятий на площади Пушкина будет очень насыщенная. В одном домике развернут фотозону. В другом можно будет записать новогоднее пожелание, которое ивановцы увидят на большом экране. Пригласят для выступлений творческие коллективы, ростовых кукол организуют танцы. С понедельника мы начинаем уже популяризацию данной программы среди жителей города. Популяризировать мы будем с помощью хэштега «Новогодний городок» через социальные сети, в том числе там Twitter, ВКонтакте, Facebook и, конечно, на страничке самой администрации. Позаботились организаторы и о безопасности жителей. Техническую сторону вопроса, как не допустить пожара, прорабатывали сотрудники и в горэлектросети. В каждом доме будут стоять щиты электрические с автоматами защиты, в том числе диф-автоматами, которые реагируют на все точки утечки, мало ли что случится, какая-то там, не знаю, неприятность, нарушение изоляции и такое прочее. То есть персонал горсети будет дежурить. Власти обещают, на Пушкина будет вкусно, весело и, что немаловажно, безалкогольно. На огонек 23 декабря с официальным визитом заглянет и Дед Мороз. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.